Премия «Андрюша» в 14-й раз собирает самых талантливых детей со всего региона. За это время конкурс стал культовым детским мероприятием. Победители и самые яркие звездочки конкурса выступили на гала-концерте в Театре оперы и балета. Гостем праздника стал певец Сергей Волчков. Маленькие девочки прибегают, им поправляют прически. Они волнуются безумно, но для артиста это главное. Вот это волнение, его перебороть, выйти на сцену. В этом году рекордное количество участников – почти 3000 заявок. Лауреатов тоже больше, чем обычно. Организаторы говорят, что просто не могли остановиться и пройти мимо таких талантов. Когда я вижу, какие они вдохновляют, они заряжают, они не оставляют равнодушными. Вот сегодня я, кстати, буду в танце даже немного вместе с ними. Вот. Дети у нас потрясающие. Этот конкурс уже стал доброй традицией для Южного Урала. Лауреатов премии знают по всей стране. Мы всегда знаем, что эти звездочки будут ярко гореть уже на других площадках, на более значимых сценах. Но их старт был именно здесь, именно в Челябинске, и именно фонд «Андрюша» зажег эти имена. В честь года педагога и наставника на концерте выступили выпускники фонда «Андрюша» и победители прошлых лет. Организаторы стараются поддерживать связь со своими детьми. Так они по-семейному называют подопечных. Самое главное – не бояться. И стремиться к своей мечте. Нужно открывать для себя каждый раз что-то новое и просто не бояться делать что-то новое. Победители конкурса получили уже всем знакомые латунные статуэтки мальчика, зажигающего звезды. Впереди у них поездки на всероссийские и международные творческие конкурсы. Марина Митрофанова, Павел Востротин, 31 канал.